да? Господи, тут ходы и выходы. Вот уже и не понять, как вот так люди жили. Как? Зачем вот столько всяких кушеток? На одной посидел, на другой посидел. Да, мы уже, конечно, так не жили. Уточка покушилась. Чего в себе? Крис, как? Господи. Нет. Вот эти подо только интересуют, почему такие маленькие, короче, потолки. И, типа, они все были такие маленькие, то есть у нас на туалет у нас такой вот люди выше стали или что-то такое. Вот. Вот, мама. Угу. Вытирай ее. Нечаянно. Красивая, да? Красивая, конечно. Венчальная тиара княгини. С горного хрусталя, бесцветных топазов, белого металла. Не написано, какого белого металла. Платина, наверное. Фотографии. Ну, наверное, вот приблизительно в таком шкафчике все это и было. Мама, тебе вот, я думаю, для моих, короче, украшений уже тоже отдельно комната. Да. Уже тоже, мама, еще пора. И мне нравятся вот эти детали. Вот посмотрите. Посмотрите, какая прелесть. То есть, ну, прям, какие лапы-то. Ой. У него вход от ее с пальми. Как у Самойла светильники, у него люстры такие все с ангелами. А, извините, туалет? Двери, за дверями шкафчики, сейфы, что ли, господи. Купили. Или вы. Я понимаю, типа из них и ну, идет да. Вода, а да. Непонятно, куда она там сливается. С лифта где? Ну, знаешь, у них челяди было навалом. Было кому вычерпывать. Окна-то какие, гляньте, окна-то. И кругом вот камины, это же все отапливать надо. Метраж-то какой. Ой, кресло вообще, конечно. Да, комнатки небольшие. Господи. Камины.
умудряешься? Господи. Тут, наверное, танцевальная зала. Господи, я думала, там еще зал. Это зеркало. Девчонки, какая красота. Люстры какие. Ой, боже Я думаю, здесь правильно, короче, на приемы здесь и здесь. Типа, видите, нет, ну это концертный это, зал. Это, короче, это фортепиано. Да, пели. Вечера-то. Тут пели, тут танцевали. В детстве видела, у соседки было вот примерно такое пианино. С такими подсвечниками. Вообще, Саша тут не первый раз, поэтому я-то уже потерялась бы давно. Конечно, еще бы не нравилась такая красотища. Так, из одной комнаты в другую зашел, опять музыкальный инструмент. Их семья, да? Нет. А кто такой Николай Николаевич младший? Это, по-моему, брат. Ну, из их семьи скончался во Франции. Но это типа не все. Эмигрировал. Это вот эти, короче, вот эти типа сестры на корке, это те самые, кто вообще, короче, познакомил типа семью Романовых с Распутиным. Mm-hmm. То есть, типа, вот он, на самом деле, короче, главное слово было. Вот. И кроме них еще вот это, типа, Вырубова еще тоже. Вырубов, да, я. Ну, это вот сами они. Особые. Сколько кругом двери.
все-таки видео, конечно, такое сумбурное, потому что, смотрите, одни двери. Двери, вот тут это двери. Лабиринт. Вот это? Нет, вот это вот утеплённый. Мы были в прошлый раз здесь, все вот эти двери были, короче, закрыты. И вообще тут... Мне очень нравится вот это. Короче, пойдем сюда. Вообще, здесь все загорело. Ой, господи, люди. Все это. Они его ждали его. Да. Они тут вот эти подсидели и шводали, пока внизу Феликс уже отравит, короче, наконец Распутина, и они сидели в ожидании, а потом типа и пошли его отстрелять. Вот. Заговор был целый заговор, да. И люди непростые.